В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» уже не первый год проводятся обучающие семинары. Хочу научиться более грамотно вести работу старшего по дому. Сейчас вот ввели тепловые счетчики, вот хочу общедомовые. Хочу более подробно разобраться. Вместе с замминистра ЖКХ региона Сергеем Носковым на обучающем семинаре «Димитровградцы» разобрали такие злободневные темы, как капитальный ремонт и ОДН. Граждане, проживающие на территории Носкова, стали более грамотными, то есть они уже сознательны, они выбирают пути решения самостоятельно, то есть они уже не задают, грубо говоря, таких простых вопросов, они уже выходят с предложениями. Павел Мозговой, Виталий Немов, «Наше время».